Подготовка к школ новому учебному году – дело важное и ответственное, которым учреждения образования занимаются на протяжении всех летних месяцев. К этому времени можно сказать, что все школы республики уже готовы принять детей и приступить к новому учебному году. Наша съемочная группа побывала в средней общеобразовательной школе номер 14 города Назрань. Построено это учреждение 13 лет назад, и поэтому небольшой косметический ремонт здесь был просто необходим. Сегодня мы наблюдаем, что полы покрашены, стены побелены, чистота наведена. Кто-то из педагогов обсуждает, как провел лето, и вопросы по тому или иному предмету. Кто-то, как, к примеру, Азабек Султановна Хадзиева, учитель математики в старших классах, потихоньку составляет планы к началу года. В такой рабочей обстановке, признается она, настроиться намного легче, чем дома. Сейчас мы предварительно составляем планы, календарные планы, рабочие программы, чтобы охватить учащихся полной программой, чтобы дать им необходимые знания для того, чтобы идти дальше. Возле библиотеки собралось большое количество школьников самого разного возраста. Тут они получают учебную литературу. Времени осталось мало, и поэтому всем, кто не взял книги, необходимо поспешить. Сейчас у нас идет работа по выдаче учебников. Некоторые классы у меня получили учебники, а часть они подходят с классом, руководители получают. Все дети, конечно, хотят получить учебники. Работа, конечно, нелегкая у нас. Но стараемся, чтобы дети все получили. Сначала выдаем малообеспеченным, сиротам, полусиротам. Потом уже оставшиеся книги мы уже остальным детям выдаем. Педагоги, директора и их заместители признаются, что такие волнения перед началом учебного года – это дело привычное, поскольку все переживают, как бы что не успеть. Самое главное – в такие моменты все делать по мере поступления. Без лишней паники все можно успеть и сделать намного качественнее.